Она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать. И исходя из этого, я в этом плане достоверности других утверждений. Дмитрий Песков, международный консорциум журналистов, в том числе из Армении, отмечает. Гайко Газданов. Призрак Александра Бота. 15. О ней малоизвестно. Утверждение автора доклада на МОСЭК Фонсека специализируется на создании корпоративных структур и поставных компаний. Эта фирма, как утверждается, являлась одной из основных для ведения дел в офшорных компаниях по всему миру. Как вся ее документация оказалась в руках журналистов-расследователей, неясно.
Thank you.